Меня зовут Андрей Вербицкий, я управляющий директор «Каяк» в России СНГ. Через 3 месяца после того, как мы вышли на IPO, компания Priceline Group, наш существующий владелец, нас выкупил с публичного рынка. И в конце концов команда из 200 человек продала бизнес за 1.8 миллиарда. Больше половины сотрудников стали миллионерами. У нас есть 2 фаундера. Один является чисто коммерческим, цифры, KPI, каждый день отчетность. Второй является visionary и продуктом. И происходит постоянно такой здоровый рабочий конфликт. Эта команда постоянно выкатывает какие-то новые интересные фичи. Эта команда режет половину этого, смотрит, где бизнес-кейс. Вот этот вот симбиоз был, наверное, одним из таких критических факторов успеха. Являясь частью глобальной компании, команды, наглядно вижу, как какие-то понятия или подходы, которые себя показали в Западной Европе, в Штатах, они ломаются вот конкретно на этом нашем примере. На 95% все работает, а последние 5 именно вот, в принципе, отделяют тебя от этой первой ступеньки, которая даст тебе вот этот вот трамплин на лидерство. И зачастую не тривиально объяснить моим западным коллегам, что происходит с этой последней пятерочкой. На вот развивающихся рынках, вот, мне кажется, наличие вот этого качества, execution качества, оно, наверное, может быть даже более востребовано или более ключевое в успехе, чем вот какая-то красивая картинка, этот vision, который ты видишь. Потому что можно споткнуться на первом-втором шаге, и, может быть, можно понизить планку и реализовать не все 10 своих bullet points. Опять нужно пройти через этот путь. И несмотря ни на что, несмотря на все потенциальные преграды и сложности, которых достаточно на нашем рынке, реализовать этот план. План Б на сайте rbk.ru.